Привет, как тебя зовут? Алиса. Расскажи, пожалуйста, о своем любимом месте. Шлесбургер, наверное. Почему? Ну, потому что там, там уютно и там вкусно кормят. Спасибо. Мое любимое место в Якутске – это, наверное, улица Лермонтова, 115, квартира 8, на втором этаже. Почему? Потому что это мой дом. Площадь Ленина. Мое любимое место в Якутске – это, наверное, Тырка Азия, да? Я люблю кинотеатр, там хороший кинотеатр, мне нравится. Особенно зал Гонконг, да? Да, VIP-зал. Парк, культура и отдыха. Парк. Почему? Там есть аттракционы. Расскажи, пожалуйста, о своем любимом месте в Якутске. Мое любимое место в Якутске – это Азия. Почему? Потому что там уютно, интересно. Мне это нравится. Спасибо большое. Не поверите, школа. Школа мой третий дом. Площадь Победы. Почему? Ну, потому что там празднуется праздник хороший очень. Да. И так как я уважаю ветеранов, и очень место красивое. Ну, это плюс. Почему? Ну, потому что, ну, как бы, я там занималась, выступала, и там было мое первое выступление. Мое любимое место – это Джекпот. Торговые центры. Почему? Ну, там интересно. Школа. Почему? Потому что я там учусь. Мое любимое место в Якутске – это спортивный комплекс «Аксу». Почему? Потому что я там занимаюсь спортом. Меня зовут Мияна, я 6-й З. Меня зовут Коля, я 6-й З. Меня зовут Иван, я из 6-го З. Расскажите ваше любимое место в Якутске. Парк. Почему? Потому что там аттракцион. Постель. Понятно, почему. Ай, не знаю, дом, наверное. Лежать можно. Это в Швейцарии, город Стокгольм, 2151. Нет, ты монеты! Давай!